Всем привет! Сегодня мне пришла посылочка, но хотел бы сказать одну предысторию. Я заказал на Tiny Deal телефон фирмы Дуджи, Дуги. И буквально на следующий день мне пишут представитель завода. Типа, мы хотим вам выслать туда все в целях рекламы, маркетинга, не знаю там. Я говорю, да без проблем, какую модель? Такие, а вот такую-то, такую-то, которую я вот буквально заказал и оплатил. Но я согласился, думаю, ну ладно, как-нибудь это дело разрулим. Скажу, что пришел с завода, все. Но потом они куда-то потерялись и в итоге ничего мне не выслали. Так что, ну, я, возможно, так сильно расхвалил свой канал, что у меня очень много обзоров телефонов фирмы Дуги. Они решили, типа, ай, и так хорошо рекламируют. Итак. Вот пришла вот такая вот посылочка почты Швейцарии с Tiny Deal. Оценили в $36 и написали, что это MP3 плеер. Давайте откроем. Ага, вот. Это у нас Дуджи U100 Pro. Так, где-нибудь прикольно. Это что, заклеено, что ли? Зачем? Странно, конечно. Смотрим, Valencia 2, первая у меня была. Смотрим, здесь у нас 2.5D 5-дюймовый дисплей, да, разрешением 1280x720p OGS, процессор 6735 Qualcore. Это первый процессор такой у меня на канале, до этого еще не было, но будут уже. Так, Android 5.1, 2 гигабайта оперативной памяти, 16 гигабайт внутренней памяти. И матрица от Sony. Одна от Sony, вторая обычная, 8-мегапиксельная. Ну и поддерживает 4G. Да, так, здесь, кстати... А, это у нас уплотнитель был, ничего здесь больше нет. Смотрим. Вот такой вот телефончик. Достаточно объемный, мне кажется. А, это еще... чехольчики в таком. Во, здесь сделан под металл, смотрится прикольно. Дуджи от прям, ну, прикольно так смотрится. Так, смотрим, в комплекте у нас здесь защитная пленка, зарядка европейская, наушники говененькие и кабель для зарядки. Давайте-ка откроем. А что у нас? Встроенная батарея, походу, да? Ну, давайте-ка попробуем включить. Нет. Откройте ки... Ага, не, нифига. Я решил, что здесь у нас... Здесь у нас нифига. Я почему-то показал, что это прям литой корпус, а он, видите? Ой-ой-ой-ой-ой. А он еще и открывается вот так вот. Поддерживает две симки и карты памяти до 64 гигабайт, кажется. Так. Valencia сейчас первая у моей мамы, и она очень нравится, как бы все классно, все устраивает, так что все супер. Так. Пошло включение. Фу, дома, как закрываю окошко, вот это сразу душно становится, аж прям начинаюсь покрываться испариной, ужас просто какой. Ну давай, включайся. Вроде бы новый процессор. О, включился как-то даже тихо. Даже как-то тихо включился. Ну, бегает достаточно неплохо. Давайте-ка оценим мы сейчас нашу фотокамеру. Еще бы понять бы, где она у нас. Вот она, камера. Дуджи. Ну-ка. Фокусируется достаточно быстро. Недостаточно быстро у меня. У меня мой колпад намного быстрее фотографирует и фокусируется быстрее. Но, в принципе, фотокамера достаточно неплохая. Самое интересное, вот такая вот окантовочка прям в руке лежит, классно. Так что телефон достаточно интересный.
Купил я его по распродаже, он мне достался чуть-чуть дешевле, чем он сейчас. Но где-то около 115 долларов, где-то 100-115 долларов. Если поискать, может быть, где-то и дешевле можно найти. Меня спрашивали какой-нибудь интересный телефон, где-то недорогой. Вот, в принципе, вот сейчас это достаточно интересный телефон. 2 гигабайта оперативной памяти, 16 гигабайт внутренней памяти и поддержка 4G, плюс не очень дорогая цена. Кстати, смотрите, Tiny Deal строил свое приложение сюда. Очень прикольно, которое вот только открылся. Ладно, с вами был Сергей. Подписывайтесь на мой видеоканал, ставьте палец вверх, ребята. Пока.